В Владивостоке встретили отряд боевых кораблей из Южной Кореи. Военнослужащие Тихоокеанского флота приветствовали их салютом нации, был и оркестр. Южнокорейские моряки ответили также артиллерийскими залпами. Эсминцы – два десантных корабля. С дружеским визитом в столицу Приморья прибыли более 1000 военнослужащих, в том числе около 600 курсантов. В России они пробудут до четверга. В программе «Возложение цветов к вечному огню», семинар по истории двух стран, экскурсии и спортивные соревнования. Как отметили наши военные, это уже 13-й подобный визит кораблей из Южной Кореи в Владивосток.